Теремок ТВ. Держите! Сейчас ты отсюда вылетишь! Охрана! Охрана! Не мешайте мне смотреть! Какая красотка! Слышал? Ты нам мешаешь! Похитил мою подругу! Моя не похищать эта барышня. Я помощник шерифа. Ой! Вот этот! Грязный худи вытряхнул золотые из каждого жителя Дикого Рюкзапада. Шериф Ботсон к вашим услугам. Надо немедленно найти грязного худи! Бандиты частенько отдыхают в этом месте. Они точно знают, где его найти. Ну что, разворошим этот улей? Каждая собака знает меня в этом городе. А ты точно сойдешь за своего. Господа, мне нужна информация. А ты готов заплатить за нее серьезную цену? И какая цена? Хорошо проведенное время. Садись! Выиграешь, расскажем тебе, что захочешь. Можешь не напрягаться. Нас невозможно победить в эту игру. Клаус! Этого не может быть! Скажите, где найти грязного худи? Он с дружками на старой шахте делит награбленное. Ты нас обрёмся! We'll be right back.
вами тут зависать. Но мне уже пора. Развяжите! Попрощайся со своими лямками! Вы за это заплатите! Ребята, как я рад вас видеть! Сходи, посмотри, что там! Ах ты, назойливая ящерица! Где Молли? Меткий парень. А? Где ты прячешь Молли? Она в шахте. Развязываем ее и уходим. Вау! Здесь столько блестяшек. Рюк, скорее развяжи меня. Наверное, лучше было не развязывать. Ерунда! Вуаля! А для следующего номера мне нужна ценная вещь. Фокусы. Ну, держи. Арбадабумс. Всем спасибо, приходите завтра. А мой значок? Он исчез, как я и обещал. Возвращай его. У меня завтра соревнование. В нем моя удача. Значит, времени у нас до вечера. Будет непросто, ведь эта коробка защищена магией. Магией? Что за глупости? Она работает только если произнести заклинание Арбадабум. Молли! Мистер Дук! Коробка бракованная! Что, предметы не исчезают? Исчезают, но не возвращаются. В коробке пропала наша подруга. А никто и не гарантировал возвращение. Для этого нужна другая магическая вещица. Единственная в своем роде. Коробка для возвращений. Она бесценна. А бесценна это почем? Сексиллион, квадриллион, миллиардов. Но у нас нет столько. Тогда давайте все, что есть. У нас вообще ничего нет. Мистер Дук, вы просто жадина! Я деловой сундук, а вы бездельники. Заработаете, коробочка ваша. Боялся, мистер Дук никогда не уйдет из лавки. Прости. Вот она! Арбадабумс! Надеюсь, это моль не Молли. Это просто букашка. А магия — сказки. Мелкие воришки! Сюда!
Сейчас вы узнаете, что такое магия! Мистер Дуг, а что это за комната такая? Просто с точки зрения физики. Да какая еще физика? Это чистая магия. Тут все переворачивается с ног на голову, когда падает последняя песчинка волшебных часов. Вот так? А? Признавайтесь, как работает коробка возвращения? Информация стоит денег. Денег? Ботя, принеси их из кассы. Что? Не смейте! Теперь вы сами захотите вернуть свои деньги. И заодно нашу Молли. Арбада! Упс. Я не смогу их вернуть! Я продал вам эту коробку, потому что сам здесь все терял. А как же коробка для возвращения? Она из-под телевизора. Шарлатан! Я так и знал, что вся эта магия — обман. Нет, мой дедушка был великим волшебником и обучил меня нескольким заклинаниям. Остальное я должен был найти сам, но не смог. И стал продавцом фокусов. Я неудачник. Найти? Так давайте поищем вместе. Дедушка оставил какие-то записи? Только этот медальон. Это может быть ключ. Я видел такую выемку в коробке. Арбада-бумс! Ура! Волшебство! Механизм! И что бы вы без меня делали? Теперь вы станете настоящим волшебником, как ваш дедушка. И где мой значок? Это почтовый голубь. Он принесет медальон прямо тебе домой. Такс-такс. Розовая вещичка со значками, куча блесток. Дело раскрыто. Это принадлежит Молли. А? Растеряша. Смотри, смотри, это они за меня машут лямками. Молли, чему ты радуешься? Придется мне вмешаться, чтобы это прекратить. Забег физкультурыч! Только лямками махать и умеете. Но не в этом настоящая сила. Но ведь они боролись за меня, чтобы поступить как настоящие рыцари. Рыцари, говоришь? Хм, это звание нужно заслужить. И пусть победит сильнейший. И желательно самый красивый. Слышал? Это она про меня. Увидишь, будет весело. Начнем с рыцарской дуэли. Рюк накачал себе сильные лямочки. Кварк от страха просится к мамочке. Oh.
нашелся, потому что с могучим Кладком боролся. Продолжим. Влюбиться. Принцесса ждет. Ребята! Последнее испытание все покажет. Это я тебе сейчас покажу. Ах, вот ты как! Ну, я тебе сейчас... Поздравляем победителя! Ты это заслужил! Я? Ты поступил как настоящий рыцарь! О, прекрасная Молли! Прошу принять сию вещицу! О, да, спасибо! Только это не мой пенал. А? А? Так это же мой пенал! Значит, все это сражение было ради меня? Рыцари, вы мои! Держи! Сам держи! Скорее возвращаться на то место, где они нас оставили. Вдруг они придут, а нас нет. Ничего не понимаю. Неужели нас могли забыть? В школе кто-нибудь есть? Хозяева, хватит играть с нами в прятки. Бежим! А, монстр! В гардероб! Вау, мы похожи на шпиона! А где Молли? Я ничего не вижу! Вот они где. Здесь вам самое место. Ботя, может, хватит? Что это такое? Нужно разведать обстановку. О, ну и ну. По запросу ну и ну ничего не найдено. Книжечки. А это и это я, пожалуй, тоже возьму. Моя энциклопедия! Куда-то подевалась, а оказывается, вот где была все это время.
Я тебе... Бросай это все! Бежим! Они что, ее мучают? Сейчас мы вам покажем! Стоять! Не двигаться! Тяжело жить одному, не пожелаешь никому. Неплохо получается. Талант. О, ребята пришли! Молли! Собирайся! Нам нужно скорее искать путь назад! Что-то мне подсказывает, что тут небезопасно. Успокойся! Они просто хотят тебя лучше разглядеть. Оборотень! Бегите! Да тихо, тихо, тихо! Никакие они не оборотни! Это мои друзья. А это Хуга. Говорят, его очень давно потеряли, и он тут живет 100 000 лет. Добро пожаловать в потерянную пещеру. Я очень рад, что вы теперь с нами. Что значит с нами? Ну как что? Теперь мы навсегда в этой пещере. Это как? Это как навсегда? Нет, хочу обратно в школу, к своему человеку. Просто отсюда еще никто никогда не выбирался. И не может быть, что отсюда невозможно выбраться. Но вам же хочется вернуться в школу. Наверное, мой хозяин уже не помнит меня. Я был бы не против. Мы должны найти путь назад. Мы чего-нибудь придумаем. Рюк просто так не сдается. Чтобы выбраться отсюда, нам нужно построить лестницу. Ищите инструменты. Теперь мы построим лестницу! Молли, ты такая молодец! Молли, а где ты умудрилась достать столько инструментов? 100 веков тут живу, ни разу их не находи! А, да в кабинете трубов! Да я быстро смоталась и принесла вон через тот выход. Ой... Так ты нашла выход? Ой! Молли, скорее показывай! Я застрял. Забыть, что у них баскетбол. О, мой рюкзачок. А я искал тебя целый час. Все, больше я от хозяина ни на шаг. А мне в пещере понравилось. Я там научилась петь. Я в пещере с дикарями подружилась.